Железная дорога – место повышенной опасности. Об этом знают дети. Ведь взрослые рассказывают малышам и учат с ними правила поведения вблизи дорог и во время перехода через них. И наверняка все было бы хорошо, если бы сами взрослые соблюдали эти правила. В результате нарушения происходят несчастные случаи. Для предотвращения инцидентов проводится специальное мероприятие. Сегодня проводится очередной рейд на станции Кратово Раменского городского округа. Рейд направлен на профилактику безопасности нахождения на железнодорожных путях. Каждую неделю сотрудники администрации железной дороги выходят на профилактические рейды. Он направлен на то, чтобы лишний раз напомнить гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности на объекты железнодорожной инфраструктуры. Особенно сейчас, в это время, когда выпал снег, идут колебания температуры, от положительной к отрицательной. Пешеходное покрытие переходов достаточно скользко. Это нам показал недавний ледяной дождь. Практически все станции Рязанского направления Московской железной дороги в Раменском городском округе оборудованы ограждениями, удобными переходами. На данной станции оборудован пешеходный переход с светофором, с звуковой сигнализацией. Граждане, будьте внимательны, переходя через железнодорожные пути, берегите свою жизнь. Подходя к переходу, следует строго руководствоваться сигналами звуковой и световой сигнализации, быть внимательным при переходе. Внимание и сосредоточенность помогут избежать травм. Сейчас можно использовать любой источник для того, чтобы ознакомиться с правилами. Благодаря ним вы узнаете, что тормозной путь поезда составляет длину до 1 километра. Машинист не успеет остановить состав, даже если заметит человека, идущего по рельсам. Если вы видите, что по переходу следуют люди пожилого возраста, люди с несовершеннолетними детьми, если у них возникают затруднения при переходе, там, скользко или еще что-то, убедительная просьба помочь им перейти, чтобы люди безопасно проследовали через переход, чтобы избежать различных травм. Я опять же хочу предупредить, что в зимнее время скользко, рано темнеет, поздно светает, нужно быть предельно внимательными. Если вы подходите к переходу, снимите, пожалуйста, наушники. Желательно снять капюшон, внимательно смотреть по сторонам и только после этого следовать через переход. И еще важная информация. В Кратово ЦППК проводит реконструкцию платформы для установки средств навигации для линии наземного метро МЦД-3. Будьте внимательны. Елена Цыганова, Игорь Чернышов, Андрей Пластунов для программы «Городские вести».